Ой. Так. Очень хорошо, что вас так много. Сейчас я вас пугать буду. Сейчас. Так. У-у-у! Страшно, что нет. Дожили. Куда мы идем? Нормальные дети давно бы заиками стали, а вы? Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ой-ой-ой. Ку-к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 у
работу пора. У меня работа такая. Всех пугать. И папа мой пугал, и дедушка мой пугал. И я тоже пугать буду. О, о, а вот и первый, кого я сейчас напугаю, сейчас. Где-то здесь я видел вкусную травку. Сейчас я его найду и ку-ку. Ой! Что такое безобразие? Сколько можно меня пугать? Я так заикой могу стать. А я тебя все время пугать буду. Безобразие! Я жаловаться буду! Жаловаться он будет. А вот и второй. Сейчас мы его тоже напугаем. Заяц! Стой! Заяц! Где он? Так, где-то он был тут. Сейчас мы его поймаем. Ку-ку! Кто здесь? Кукареку! Да кто здесь? Пип-пап! Это ты? Опять ты? Сколько можно? Тебе не надоело? Мне нет, не надоело. Я вас всегда пугать буду. А где заяц? Убежал твой заяц. Прекращай это, а то каждый день одно и то же. Вот. О-о-о-о-о-о! Еще один идет. Сейчас мы его напугаем. Большой. О-о-о. Ну вот. А я за медом собрался. Вот только не знаю, куда мне пойти. К трем соснам? Четырем березам. Что? Ку-ку. Ку-ку. Кто здесь? Пип-пап, ой-ой-ой. Да что же это такое? Сколько можно? Тебе не надоело? Мне нет, мне не надоело. Прекращай, а то... Сколько лет, и все одно и то же. Вот так вот. А вы говорите, не страшно. Я профессиональный пугатель. Вот так. Преследуется опасный преступник. Хвост крючком, нос пятачком и очень... Очень наглый! Чего ты за мной бежишь? Чего ты за мной? Ко мне пристала? Чего за мной все бегает, а? Вот так вот! Обманули дурачка на четыре кулачка. И чего за мной бегает, подумаешь? Напугал всех в соседнем лесу. Ну и что? Я ведь кабан, кабан! Куда это я попал? О! Симпатичный лесочек, мне нравится. Ой-ой-ой! Да тут еще и избушка есть. Будет где мне жить. Эй! Ток-ток-ток! Кто в теремочке живет, кто в невысоком живет?
Мышка-нарушка или лягушка-квакушка? Что такое? Кто тут шумит? Я страшный господин Ау! Нет никого ужаснее меня. О, какой смешной папаша! Кто я? Я не папаша. Я господин Ау! Нет никого ужаснее меня. Я бросаю детей в котел и начинаю бурлить и кипеть. Ой, папаша, вот что. Я у вас в лесу только что появился, и жить мне негде. Так что я у тебя поживу. Не возражаешь? Эй! Это моя избушка. Что? Ну-ка, иди-ка отсюда. Ну, иди отсюда. Ишь ты. И тихо. Я тишину люблю. Пойду отдохну. А то, что я притомился, устал с дорожки. Ой. Ой, нет, вы видели, а какой кабан? Вот это да! Это ты косой, чего тебе? А ты чего это? Такой грустный и не пугаешь меня, как всегда. Ой. Что случилось, дядюшка? Что случилось? В нашем лесу появился кабан. Знаешь, какой он? Он такой страшный, ужасный. Ты что, его испугался? Да. Ничего себе, дядюшка, у кого ты испугался? Пойду всем расскажу. Дядюшка, ой, испугался кабана, дядюшка, ой, испугался кабана. Ой-ой-ой. Да. Я и сам не знал, что могу кого-то испугаться. И вот на тебе. Эй, заяц, стой! Ой, это что ж такое-то? Ой. Эй, ау! А это ты, серый. А ты чего это? Какой-то не выпрыгиваешь и не выскакиваешь, как всегда. И грустный какой-то. Что случилось? Что случилось? В нашем лесу появился какой-то кабан. Знаешь, какие у него клыки и какие копыта? Как он страшный. Ты что, его испугался, что ли? Да. Эх ты. Ну ладно, не грусти. Сейчас зайца поймаю, придумаем что-нибудь. Вот это да. Да. Что тут придумаешь? Придумать-то нечего. Ой, хорошо, щекна. Ой. Эй! А вот и дождь пошел. Это грибной. Скоро грибы будут. Сосед. Привет. А ты чего это? Не дома, дождь же идет. А мне идти больше некуда. Мою избушку какой-то кабан занял. Так возьми его, прогони. А я не могу, его сам боюсь. А я тебе говорил, я тебя предупреждал. Вот теперь тебя кто-то напугал. Эх, безобразие, вот это да. Эх, да. Хорошо, что у меня погреб есть. От дождя укроюсь. Ой, так. Вот так вот и вот так. Ну что же, отдохнул немножечко. Ну а теперь нужно пойти и познакомиться с местными жителями. И познакомить их со мной, с кабаном. Ну, зверюшки, я к вам иду! Я кабан! О! А вы знаете, какой? Кто самый смелый и самый ловкий в нашем лесу? Это я, заяц! А знаете почему? Потому что я морковку добыл! Во! Мне ее тяжело было добыть! Там две собаки были, но я-то одной бежал, а другой увернулся! И морковку добыл. Вот какой я смелый и ловкий заяц. О, брат!
Вот слушаю я тебя, заяц, и нарадоваться не могу. Какой ты смелый, какой ты ловкий. А я вот не такой, не такой смелый и ловкий. И морковку добыть не могу. А такой голодный, такой голодный. Видишь, какой у меня большой живот. Да, большой. Может, поделишься морковочкой? Хорошо, только мне немножко, а то мне тяжело ее было добыть. Спасибо, заяц, добрый ты. Эй, вы что делаете? Перестаньте! Вы что, вы всю морковку съели? Ну чего ты ревешь, заяц, чего ты ревешь? Ты себе еще добудешь. А почему только себе? Слушай, заяц, ты видишь, какой у меня большой живот? Не живот, а пузо! Что? А ну-ка, будешь мне такую морковку носить каждый день? И беги, без морковки не возвращайся, иди! Вы безобразие! Я жаловаться буду! Жаловаться! Жаловаться он будет. Кому? Вот так вот. Я кабан. Ну вот, зайца я, конечно, не поймал, но зато рыбу наловил. Теперь я их не уху сварю. Знаете, что такое ухо? Это суп из рыбы. О! Серый, здорово! Здорово. А я смотрю, ты рыбки наловил. Молодец, молодец. Слушай, а у меня к тебе дело. Какое? Слушай, видишь, вон там три березы. Ну и что? Да ничего, видишь, какие они высокие. Ну да. А чего, при чем здесь березы? Эй, ты что сделал-то? Ты чего мою рыбу съел, а? Тихо, 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 не шуми. Ты знаешь, что я кабан. И друзья у меня кабаны. Так что если мы соберемся, все ваш весь лесочек вытопчем. Так что иди, иди. Без морковки не возвращайся. Ой, тьфу ты, морковки. Рыбы. Иди, иди. Вот так вот. Видали, как надо? Учитесь у меня. Я кабан. Ну вот. Меду я собрал. Целый бочонок. Теперь я его... Ой, ты чего это? Заболел? Ага, приболел. Да? Слушай, возьми медку. Он для здоровья полезен. Мед вообще очень полезен. Для всего. Эй, ты что делаешь? Ты что сделал, а? Ты почему весь мед-то прям проглотил? Тихо, не шуми, Михаил Потапыч. Мне такой мед понравился. Он очень мне полезен. Так что иди и без меда не возвращайся. Иди, иди. Видали, как надо? Учитесь у меня. Я кабан. Я кабан. Ну вот. Теперь можно и отдохнуть после трудов праведных. Что такое? Что такое? Что за шум? Ой! Ой, ничего себе! Ой, ну и кабан, даже спить страшно. Ой, какое безобразие. Эй, ау! Ой, тихо, 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 не шуми. Тихо, не шуми, а то еще и два кабана разбудишь. Так вот, это твой кабан. Тихо, почему это мой? Он не мой, не мой. Ну ладно, ладно, он мне рыбу отобрал. Ну вот что, ты же у нас пугатель. А ну, напугай его, пускай из нашего леса убегает. Кто я? Не-не-не, я не могу, я его сам боюсь. Эх ты, а еще пугатель называется. Эх, да. Я и сам думал, что пугатель, а теперь... Эй, сосед, сосед! Тихо! Тихо, тихо, не шуми, ты тоже не шуми. Чё, сейчас кабан проснется, ой, что будет? Ну так вот, это твой кабан? Да почему же мой-то, а?
Он не мой, не мой. Ну ладно, ладно. Он у меня мед отобрал. У волка рыбу, у зайца я слышал морковку. Ну вот что. Прогони его, ты же наш пугатель. Да вы что, сговорились? Я не могу, не могу, я сам его боюсь. Эх ты. А еще пугатель называется. Эх ты. Я и сам не знал, что могу кого-то испугаться и вот на тебе. Ой, дедушка! Что? Ты чего? Ты-то чего косой? Дедушка! Ну что, что? Дедушка! Ну чего ты ревешь, чего? Дедушка, этот кабан, он такой страшный. Дедушка, пожалуйста, прогони его. Пожалуйста! Нет, ну ладно, ладно, дереви. Помогу как-нибудь. Что, правда? Ну, раз обещал, значит, помогу. Я только без этого, вот всего, без этого. Ура! Дедушка У самый лучший в мире, самый лучший в мире, дедушка У. Да, обещать-то я обещал. Только вот как? Как? Ну, ладно. Эй! Кабан! Кабан, выходи! На честный бой. Куда мне-то? Ой. Что такое? Кто тут шумит? Я не понимаю. Что за шум? Что за гам? Кто мне мешает спать, а? Ку-ку. Ой. Ку-ку. Ой. Кто это? Кукареку. Что это? Пип-пап, ой-ой-ой. Что это? Ой. Что это за пип-пап? А может, это охотники? Ой, охотники! Охотники! Спасайся, беги! Беги, спасайся! Вот так вот! Беги, спасайся, убегай! Вот так вот. Вот такая история случилась в нашем лесу. Только вот я теперь никак не пойму, пугать мне кого-нибудь или нет. О! Вот что! Я хороших, добрых пугать не буду. А вот таких кабанов обязательно! Обязательно, потому что я же пугатель профессиональный. Ну а вас я пугать не буду. Я вас в гости приглашаю. Приходите, я вас чаем угощу. До свидания. Пока! Есть у человечества техника железная. А самый смелый и самый ловкий в нашем лесу – это я, Заяц. Так всем и передайте. Заяц! Стой! Заяц! О, приходите к нам в лес. У нас зайцы вон какие. О, до свидания! Ну, добро пожаловать к нам в лес. Будем вас ждать. До свидания!